песни девятой Сакхи, любимая, дорогая Сакхи Радхики, продолжает рассказывать Кешве о том, в каком состоянии находится Радха. Кажется, сама Сакхи готова расстаться с жизнью, потому что ее дорогая Радхика уже на грани смерти. Радика Тававирахи Кешава. Единственное, что она продолжает повторять: «Моя Радика в разлуке с тобой, о Кешава». Стану винихитама пихаром ударом, самануте крущатанур и вабхаром. Она исхудала до такой степени, что даже ожерелье и гирлянда для нее невыносимая ноша. Сарасамасранам апималая джапанкам апашити вишам и вава пуши сашанкам малая джапанкам. Удивительно прохладная сандаловая паста кажется ей горящим ядом. И это все из-за волнения в разлуке с тобой. Радика продолжает, Саки продолжает, Шивасита Бхавана Манупама Паринахам, Мадана Даханам, Ихавахати Садахам. Короткие фразы, короткие слога, повторяющиеся опять и опять, выказывают, насколько она взволнована до глубины души. О, Кешава, Радика дышит так тяжело, медленно. Каждый вздох дается ей со страшной болью. Она сгорает в огне любви. Постоянные сравнения. Ее лотосные глаза похожи на увядающие лотосы без стебельков. С них стекает бесконечными ручьями вода, роса, это слезы из лотосов. Лотосов, которым подобны ее прекрасные глаза. Наяна вишаяма пикишалая талопам акалаяты вихитаху ташавикалпам. В разлуке с тобой. Для Радики даже нежная кровать, покрытая свежими лепестками, подобно лужу из горящих углей. Дядя Тинапани, Талина, Капулам, Абала, Шашинам и Васаем, Алолам. Она как-то перебывает день, рука ее поддерживает ее щеку, лицо уже не похоже на полную луну, оно похоже на тоненькую луну первого или второго дня после ночи, после новолуния. Она такая бледная. Харирити, харирити, джапати, сакамам, вирахавихитам, аранева, никамам. Харирити, кавычки, она повторяет имена, твои имена, хари, хари. О, тот, кто украл мой ум, тот, кто украл мое сердце, тот, кто полностью забирает страдания преданных. О, дорогой хари, повторяет она с огромной любовью, она умирает в разлуке с тобой. Шри Джатаива Бханитам и Тигитам Сукхаяту Кешава Падам Упанитам. Последний стих девятой песни звучит так. Джатаива записал песнь Сакхи. И пусть эта песня дарует радость Кришне у его стоп. Радость. Но Гита Говинда продолжается. Сакхи не оканчивает свои песни, рассказ о состоянии Радхарани. Она не может замолчать. Она должна привести Кришну к Радхике. Неважно, чего бы это ей стоило. Она продолжает говорить Кришне, что ты же воплощение божественного врача, и ты можешь ее вылечить. Ты можешь устроить так, чтобы она не покидала тело. Ее охватил страшный жар любви, и все из-за твоей сладости. Она уже не говорит, но она еще пока жестами показывает нам, чего она хочет. Но скоро ведь может прекратиться и это. Кришна, ты красивее, привлекательнее, чем Ашвини Кумары, божественные врачи. Ты могущественнее самого Дханвантари. А все же твое сердце жестче, крепче, чем
оружие Индры сделано из костей Дадхичи Муни, чем его ваджра. Если ты не избавишь Радху от ее страшных страданий, она может покинуть тело. Но на самом деле она поддерживает жизнь в своем свое существование только из-за надежды, что ты появишься. Она пока что медитирует на тебя, своего возлюбленного. Ты ведь можешь охладить жар ее тела. Ведь ей осталось жить всего несколько мгновений. Радыка больше не сможет продолжать поддерживать свою жизнь, если ты не появишься. И сложно даже смотреть на цветы манго. А ведь ты тоже их видишь. Неужели у тебя в сердце ничего не пробуждается? И потом последний длинный, очень удивительный стих, где Кришна Саки прославляет как Кансари, врага Камсы. Врышти вьякула гукулава нарасад удхритья говардханам вибхрат валлава валлабхабхирадикананда чичирам чумбитах дарпенева тат арпитад харатати синдура мудран кито бахур гопаданус тануту бхаватам шриям си Камса двишах. Ты ведь убил Камсу, ты такой могущественный, и твоя рука держала на весу огромный Говардхан. Ты защитил всю Гокулу и ее жителей от страшного ливня, насланного Индрой. Гопи, восторгаясь тобой, были готовы обнимать и целовать эту удивительную руку, даровавшую им защиту. Пусть эта удивительная рука дарует благословение всем нам, и да будешь ты радостен.